Достаточно странная политика по отношению к мигрантам проводится, хотя вроде бы принята и концепция государственной миграционной политики до 2025 года. А по большому счету, вот так если огрубить, утрировать ситуацию, каждый россиянин, мы, россияне в целом, можем жить как арабские шейхи. То есть люди хотят на нас работать, они хотят делать всю черную работу. Почему? Мы им запрещаем. И причем сами россияне не рвутся работать, а они не идут в эти сферы, где работают мигранты в данном случае. И более того, здесь есть еще и очень серьезный стратегический, внешнеполитический аспект. Мы хотим отбросить от себя практически бывших наших соотечественников, жителей Центральной Азии, бывшей Средней Азии, украинцев, молдаван, белорусов и так далее. Ну, в той или иной степени кто-то меньше из них участвует в наших миграционных процессах, кто-то больше. Но, тем не менее, при грамотной миграционной политике мы могли бы укрепить влияние России и на бывшем постсоветском пространстве, и россияне могли бы жить более свободно. Тем более, что мы отучились, по большому счету, работать руками, мы не хотим работать. Даже за достаточно серьезные деньги мы просто не хотим работать. Поэтому здесь все укладывается, пока мигранты едут к нам. Надо правильно их использовать. И они готовы работать на нас.